Всем привет, меня зовут Аня, и добро пожаловать на мой канал Skyness Girl. Сегодня, давно я не снимала косметических видео, сегодня будет как раз таки косметическое видео, если вы соскучились по таким роликам. И сегодня я собрала для вас косметику, самую лучшую, самую любимую, та косметика, которая покорила меня за последние, я не знаю, может полгода, может быть что-то за год даже. В общем, некоторая прям недавно меня покорила. Это то, что прям вообще, вот у меня такая коробка целая. И я буду вам сейчас показывать и рассказывать, что же меня покорило. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. И приятного просмотра. Так, первое, что я, наверное, покажу. Почему-то у меня тут заляпано, что-то протекло. Первое, вообще расскажу предисловие небольшое, что в отпуске, когда я была, я делала себе запечатывание кончиков, чтобы они не секли, чтобы они были прямые, гладкие. В общем, они были классные. Классные волосы у меня были. И если найду где-нибудь, ставлю здесь фотку. И мне нужен это продукт кератин. Также после как кератинового выпрямления нужен бисульфатный шампунь. Я там же, где делала эту процедуру, приобрела вот такой шампунь. Ни на что, вообще не возлагая на него никаких надежд, потому что все бисульфатные шампуни вызывают мне перхоть и не подходили. Но тут как бы уже не до выбора, нужно было обязательно мыть голову. То есть вот так под душем, да, направляя струю именно вот так, и мыть волосы именно стоя, не как я привыкла, запрокидывая голову, то есть это тоже так нельзя. И, короче, взяла я вот такой шампунь от бренда Мюстар, я не знаю, правильно, нет, по-моему, какой-то белорусский шампунчик, вот, 200 мл, мне сказали, ой, да 200 мл вам хватит буквально 2 недели, девочки, пользуюсь второй месяц, вот. Еще я не знаю сколько, но вот столько, наверное, точно есть. Он без сульфатов, парабенов, pH 4,5,5 написано. Восстановление, реконструкция волос. Я очень придирчива в плане ухода за волосами, прям очень. Вот косметики нет, к уходу для тела нет, а к волосам да, потому что волосы это моя фишечка, мой фетиш небольшой такой. Он совершенно... Чего я нюхаю? Я же не чувствую запахи. В общем, этот шампунь совершенно без запаха, он нейтральный, за счет того, что имеет нейтральный pH-баланс, да, то есть он не травмирует, да, единственный минус, он плохо пенится, поэтому у него большой расход, но большой расход, я уже вот 200 мл, как говорила, долго добиваю, вот, он восстанавливающий с добавлением кератина и пантенола, поэтому, видимо, он вот мне как раз-таки мне его посоветовали. Вторая линейка ухода, новый уход за волосами сейчас в моем арсенале. Это шампунь и маска от бренда Estelle Profession, Estelle Secrets. В общем, шампунь такой же, только из другой линейки, бессульфатный, голубенький. Как раз-таки после этой процедуры я пробовала, и он просто бомба. Про этот пока ничего не могу сказать, я им пользовалась совсем мало. Это максимум заботы, мультифункциональный шампунь и уход для всех типов, очищает, придает объем и шелковистость. В общем, вот тот голубенький точно могу посоветовать, он прям вау, крутой, бессульфатный, но очень большой расход, то есть банку эту в объеме 250 мл очень быстро ушла. Вот. И также я пробовала уже достаточно хорошо вот эту маску, покажу средства вам все поближе. Максимум заботы. И почему я решила взять, так как маску я уже знала 100%, я не стала брать разные серии, взяла одну серию максимум заботы. Это мультифункциональная маска уход для всех типов, обеспечивает 3D увлажнение, придает 3D блеск и 3D питание. В общем, маска просто бомба, огонь. Я ее наносила и 10 минут, и 5 минут, и 3 минуты. В любом случае, она действует просто супер. Она действовала на меня и как до вот этой процедуры кончиков, так и во время и после процедуры этой. То есть я ей пользовалась. 275 мл, очень классный, красивый дизайн, смотрите, бюджетная цена и красивый дизайн. У Estelle мне нравится вот этот дизайн больше, чем все другие их упаковки, ну, которые обычные линейки, вот эти, которые старые, да. Ну, вот это новая серия, продается, по-моему, в Улыбке Радуги, и я брала в сети магазинов Абсолют. Следующее из ухода, что у меня здесь есть, это тоже, ну, короче, я ее пробовала до оскола, но полюбила я именно в отпуске, потому что вот
сказали, как правильно мне ее использовать. До этого я ее использовала неправильно. В общем, это вот такая маска, которая от бренда, я не знаю, Масил. Вот такое саше, смотрите. Тут просто водичка, и она горячая, по-моему, или холодная. Или горячая, или холодная, я не помню точно. В общем, это маска для волос, салонный эффект, 8 секунд. Я ее держала раньше, думала, ну что, это же маска, надо ее подержать хотя бы минут 5-10, и не видела эффекта. На самом деле, ее нужно держать ровно 8 секунд, тогда будет вам бомбический эффект. Это филлер, некий филлер, который разводится также с водой 50/50, и когда вы разводите, это становится субстанция горячая такая. Вот, по-моему, вот это самая горячая, когда вы водой разводите холодной, то она становится горячей. Ну, в общем, что-то такое. Написано, что текстура волшебным образом превращается в водянистые эссенции кремовую, и волосы и кожу оздоравливают в кратчайшие сроки. Это действительно так, потому что если вы не хотите делать кератин и выпрямление, то вот эта маска сделает вам это достаточно быстро. Вот, так что очень советую эту маску. Что еще из ухода у нас? Из ухода полюбила я, кто смотрит меня, знает, что мои самые любимые патчи от Petite черные, вот эти с черным золотом, ну, в общем, поняли, черные такие с блесточками. Это самые продаваемые, самые крутые, самые, наверное, хитовые патчи бренда Petite. Но не так давно, благодаря блогерам, стали известны вот такие патчи. У многих блогеров я видела, тоже от Petite, новинка была, агавы кулинг. В общем, это нереально крутые патчи. Когда взяла моя подруга, у ней почему-то был какой-то странный запах у этих патчей. Я их долго после этого боялась брать. Думаю, ну, блин, я в запахах придирчива очень. Для меня очень важен аромат, запах. И вот когда я почувствовала этот аромат у нее в патчах, я боялась их брать, честно. Но потом, посмотрев еще пару обзоров, девочки говорили, что запах приятный, я взяла. В общем, здесь агава, блюбери, спирулина, баклажан и кофеин. В общем, это нереально крутые патчи, они реально такого сиреневенькие, да, пачка фиолетовая, а сами они сиреневые. Они очень крутые, и это моя, наверное, если не соврать, четвертая точно, наверное, даже пятая упаковка именно вот этих патчей. Я их всегда беру на скидках. Здесь 30 пар, ну, то есть 60 штук, 30 пар, как и везде. В общем, я их беру всегда, вылавливаю по скидкам. Так они стоят больше 1000, но я их вылавливаю там где-то за рублей 600-700, ну, максимум 800. Дороже 800 я их не беру. Вот, еще из ухода у меня 3 уходовых продукта осталось. Первое, давайте вот об этом расскажу, потому что он у меня очень давно. Я его очень давно люблю, очень давно он в моей ванной. Это такая маска от бренда Origins, и это маска с авокадо, Dream Cup называется, интенсивно увлажняющая ночная маска. И девочки многие говорят, что используют ее не как ночную, а на день, то есть ходят с ней там 2-3-4 часа и потом смывают. У меня нету уже половины, посмотрите. Она, ну, достаточно экономная, несмотря на то, что она густая, она обладает приятным таким нежным нейтральным ароматом. 75 миллилитров, я ее наношу на все лицо на ночь, только таким образом я ее тестировала, не знаю, как в течение дня, но реально, утром вы встаете, ваше лицо, как будто эта маска впитала просто, ну, у меня она впитывается, наверное, за 10 минут, и все, и не остается следов. В общем, она крутая, мне очень нравится. У меня до этого были, почему я вообще ее купила, до этого у меня было много пробников, и я не решалась, думаю, ну, есть пробники, вроде как. Попробовала, зачем брать полноразмерку, но я не пожалела ни капельки, ни одной копеечки потраченной на эту маску, потому что она крутая. Аналогичная маска есть у Kiehl's авокадо, но там мне не понравилось. То есть, если их сравнивать, вот это мне нравится больше. Еще от бренда Origins вот такой кремик, который я беру уже третий, получается, раз. Сейчас он у меня на полочке ванной. Принесла вам коробочку показать. Баночка выглядит точно так же оранжевая. И это восполняющий энергию, увлажняющий, насыщенный крем. Мгновенно увлажняет, придает здоровое сияние. Но самое крутое, не то, что он придает даже сияние, наверное. То, что первое, конечно, он круто увлажняет кожу. Второе, он больше как утренний крем, потому что он такой апельсиновый, цитрусовый. И этот аромат вы чувствуете с утра, это просто бомба. Как он обалденно пахнет. Вот.
пробовала всю линейку от бренда вот этого, от серии Синзинг, если я правильно произношу, но больше всего мне понравился крем именно, ну еще скрабик такой неплохой, умывашка у них, я бы не сказала, что это скраб, просто умывашка тоже крутая, для утра придает вот такую свежесть, когда вы умываетесь, но крем прям мой must-have, у меня было много пробников, и вот я взяла две полноразмерки уже. И второй крем, который меня покорил за довольно короткий период времени, потому что он у меня достаточно быстро закончился, я его очень любила, это Elemis. Конечно, этот крем я долго не решалась, он дорогой, но я его вырвала в... Девочки продавали ВКонтакте, то есть в группе косметической. Это про коллаген Marine Крем, здесь объем 30, по-моему, миллилитров. По-моему, 30, девчонки. Да, 30 миллилитров, это крем морские водоросли, про коллаген, у него нереально крутой аромат, крутое увлажнение, действительно, когда вы им пользуетесь, смотрите, допользовала все до последней капли. Это действительно люкс, это действительно дорогой уход, это чувствуется каждый раз, когда вы наносите крем на лицо. Блин, у меня привычка нюхать, но, в общем, оно очень вкусно пах, очень приятно, красивая упаковка, действительно, то есть это люксовый продукт, он прям полностью это оправдывает от и до. Поэтому, если будут скидки, то обязательно попробуйте. Я знаю, что он попадался в коробочках Glambox. Это вообще какая-то щедрость просто от сервиса Glambox, Glambeck. Это просто какая-то щедрость, потому что это очень дорогой крем. Он стоит, по-моему, около 7-8 тысяч. Поэтому такое дело. Очень-таки круто, если он вам попался. Вот, и 4 декоративных продукта у меня сейчас. Давайте, наверное, сначала покажу вам тон, который у меня вот остался буквально прям на один разочек. Сейчас этот тон у меня на лице. Вообще, этот тон на повседневную носку я использую. Это Shiseido Synchro Skin Glow. У меня есть обзор на канале, оставлю в инфобоксе ссылочку. SPF 20 – это легкий тонирующий флюид с эффектом сияния. Это такое... тонкое покрытие, которое не замаскирует вам ничего. Сегодня у меня он с консилером, то есть когда у меня какие-то недочеты, прыщики, воспаления на лице, то есть он не перекроет. Я знаю, я его редко в эти дни наношу, но когда не хочется перегружать кожу, он просто находка. Он невероятно круто пахнет, он хорошо ложится, хорошо растушевывается. Я ни одного минуса у него не вижу, даже... Хватило мне его, с учетом того, что я его использовала практически каждый день, но чаще других, на целый год. У меня оттенок Neutral 3, это нейтральный такой, ни с холодным, ни с теплым подтоном. В общем, крутое стекло, я его брала тоже по скидке. Единственная неудобная крышка, вот она не всегда, вы ее сможете закрыть, если торопитесь, но я думаю, что это не минус. И второе средство тональное, которое я полюбила, которое у меня было в нескольких пробниках, и я потом взяла полноразмерку, это вот такой Herborian CC Dual Corrector, кремик от Herborian, да, вот с эффектом выравнивания несовершенств. Он такой сиреневый, ну, точнее, он не сиреневый, сейчас. Ну да, он сиреневый, но потом превращается в такой обычный. То есть при растирании он превращается сейчас сливается с кожей, но он достаточно темноватый. То есть если у вас светлая кожа, вот даже видно, ну сейчас не видно, в общем, покажу вам потом на видео. Он не подойдет светлокожим, если только на лето, на загорелую кожу. Мне он подходит и зимой, и летом, потому что моя кожа не светлая. Но, в общем, у него такой один универсальный оттенок. У меня 15 мл, этого очень долго хватит, потому что у меня были пробники в 5 мл. Их мне хватало на 2-3 месяца. То есть это действительно экономичный продукт, крутой продукт. У Herborian фишка в том, что они за уход. То есть здесь ухода больше, чем каких-то тонирующих средств. То есть когда вы его наносите, вы можете не использовать ни крем, ничего, потому что ухода здесь дофига прям. Люблю этот крем. И два продукта для губ хочу вам показать. За последнее время у меня появилось очень много продуктов для губ, но хочу выделить всего лишь два. Первое, это подарила мне подруга вот такую помаду от бренда Calistar. Я писала на нее уже пост в Instagram, отзыв. Невероятно крутая, люксовая, стильная упаковка. У меня оттенок 17 Viola. Коллекция это Rosetta Unica.
И она нереально крутая. Во-первых, у нее вот такие ребристые, видите, да, дизайн какой. В общем, покажу тоже ее поближе. Она круто пахнет. Она очень вкусно пахнет, и в ней такой нереально крутой оттенок, реально вот осенний. И вот на осень, я ее прям берегу на осень, я ее пользовалась летом, и это та помада, которая будет не для видео, не для фоток, а именно для жизни, для носки. Потому что подобные помады такого оттенка я всегда использовала только для видео, но вот это будет прям для носки у меня. И второй — это блеск от бренда Lancome, тоже мне подарили его вот летом. У него красивый тоже оттеночек, 337 Lip Lover. Мне понравился тем, что он круто увлажняет, он так глянцево, сочно смотрится на губах, вообще очень крутой. Единственный запах у него какой-то вот такой странноватый. В общем, как его открыть? Нажимаете на кнопочку, вот так. Вот такой обычный спонж-аппликатор, достаточно удобный. Он такой, здесь такой, а так вообще плоский. Вот, и вот так выглядит оттенок. Покажу вам тоже поближе на свотче все. Крутой блеск, тоже достаточно экономичный. Половину я уже его истратила. Так, вот, девчонки, на этом все были мои косметические находки, любимые продукты и самые-самые лучшие за последнее время. Напишите, что для себя вы открыли за последнее время, какой продукт стал вашим фаворитом. Я с вами прощаюсь. Всех целую, всем пока-пока.